8 и 9 июня в 7 часов вечера в городском доме культуры состоится премьера спектакля «Айналайн» по пьесе известного таджикского драматурга и режиссера Барзу Абдуразакова «Здравствуй, мама, это я». В постановке задействованы два актерских состава казахской труппы областного драматического театра имени Тахауи Ахтанова. Спектакль готовился в течение месяца, и премьера должна была состояться еще в мае. Однако в планы вмешалась пандемия. В качестве постановщика выступают приглашенные режиссеры из музыкального театра имени Абая города Семей. Основной сюжетной линией являются отношения мамы и сына. В этом спектакле проблема то, что сын не звонит маме. Маме от этого больно, тем более единственный сын. Муж умер очень рано, она вырастила его одна. А сын себе поставил цель расти по карьерной лестнице. Ему важнее карьера. А маме важнее, чтобы сын был живым, здоровым. И всегда обращался, звонил.